Здравствуй, дорогой друг. Пишу тебе из глубинки. Здесь время течет не так, как в городе. У вас пролетел год, а у нас неторопливо прополз лишь день. Люди здесь говорят, используя не логику, а эмоции. Словом, все иное, все другое. Послушай-ка, какую историю я поведаю тебе сегодня. Лучше, чем пройти крестным ходом по любимым улицам с соборной молитвой. Сотни позитивных и преданных Господу людей. Что может воодушевить человека больше, чем начало великого исторического дела, в котором он сам принимает участие? Солнечным весенним утром по колоритным провинциальным улочкам поселка Воротынец разлилась живая река. От стен Спасского храма вышел многочисленный крестный ход во главе с правящим архиереем Лысковской епархии владыкой Силуаном. В пешем молебне под открытым небом приняли участие около 200 человек. Крестный ход прошел по главным улицам Воротынца, разбудив немного сонный поселок. 2 километра через весь населенный пункт и березовую рощу, и мы уже на просторной площадке. Здесь начинается строительство Дома Божьего, который станет архитектурной и духовной доминантой Воротынца. Новый храм будет освящен в честь всех святых в земле Нижегородской просиявших. Дати Господу помолимся. Господи, помилуй. Сегодня мы совершили важное дело, попросили Божие благословение на начало строительства храма. К этому мы долго шли, и вот, наконец, в мае 2019 года сложились благоприятные условия для того, чтобы мы начали строить храм. Сделан проект. Много людей приняло участие в обсуждении проекта. И как важно любое дело начинать с молитвы, призывать помощь Духа Святаго на помощь. Тем более такое важное дело, как строительство храма. Символическое начало строительства положено. Первый шаг на длинном и многосложном пути возведения церкви. Для Воротынца не просто важное событие, а по-настоящему историческое. Тот самый случай, когда об этом в прямом смысле знают даже дети. Вы собрались храм строить, вы знаете об этом? Да, мы им говорили. Вы крещеные дети? У кого крестик есть, покажите. Нет. Так, вы хотите, чтобы я святой водой вас покропил? Ну давайте, вот. Благословение Господне. Мы шли сюда на экскурсию, у нас там есть памятник Малого, а потом смотрим, здесь вот такая служба. И мы ребятишкам предложили, и они с удовольствием согласились. Им это очень понравилось, им это запомнится им на всю жизнь. И вот этот вот момент исторический такой им тоже запомнится. Какой я сырой! Всех покропили, никого не пропустили. Проект храма выполнен в традициях русского стиля 19-го, начала 20 века, дополненный архитектурными особенностями церквей и купеческих домов Воротынского района. Храм воспарит над населенным пунктом почти на 30 метров. По задумке авторов проекта, Дом Божий будет рассчитан на 350 верующих, что позволит вместить в себя всех жителей, нуждающихся в духовном общении с Господом. Востребованность в храме есть, поселок насчитывает около 7 тысяч жителей, храм один, храм небольшой. В свое время он был построен как храм, но использовался в советское время как дом культуры, поэтому немножко был видоизменен, перестроен. В настоящий момент действует, но потребность во втором храме присутствует. Чем будет больше храмов у нас, тем лучше, тем более в районных центрах. У нас здесь, в Воротынце, много людей верующих, благочестивых, боголюбивых. Их количество умножается, поэтому нужен второй храм. И слава Богу, что мы нашли прекрасное место, которое наилучшим образом подходит для храма. Сделали проект, и вот в этом году начнется строительство. Это долгожданный момент, и мы молимся о том, чтобы все у нас шло хорошо, правильно. Во славу Божию, на пользу людям. Храм очень нужен, храм очень, мы очень ждем.
и надеемся, что все будет. Только вот, чтобы побыстрее все жители постарались и как-то вложили, сколько вы... Какая возможность у кого есть, чтобы побыстрее храм построить? Ребятки, как вы считаете, нам нужен? Нужен! Нужен! Ребята, нужен! Что вы там делать будете? Алиса! Сделать первый шаг – это уже начать движение. Пусть и путь будет долог и тернист. Но однажды на большом пустыре, куда можно попасть через тенистую березовую аллею, воспарит к облакам белый храм. В этом в Воротынце никто не сомневается. Каждый год в апреле Кстово становится межрегиональной столицей рукопашного боя. В город нефтехимиков съезжаются лучшие бойцы в этом виде спорта на турнир среди юношей во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. По традиции спортивное мероприятие принимает Международная олимпийская академия спорта. Начало турниру положил молебен о всяком благом деле. Богослужение совершил благочинный Кстовского округа протоиерей Алексей Ёлкин в сослужении духовенства. В этом году межрегиональный турнир по рукопашному бою во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского вырос качественно и количественно. 350 спортсменов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выкса, Мурома, Коврова, Республики Чувашия, Мордовии, Пензы, Саратова и других городов встретились, чтобы помериться силами на молодом, но уже весьма престижном турнире. Я уже вижу здесь и призеров. России ребята приехали, кто выступал в этом году на России в Волгограде. Здесь есть и они. Вот. Ну и боевые самбисты нас всегда поддерживают. Чугреев Алексей, спасибо ему. То есть они большую команду выставили. Турнир растет, слава богу. Интерес к нему тоже растет. Вот. И думаю, что на следующий год, наверное, одного дня не будет хватать провести. Возможно, придется делать два дня турнира проводить. Межрегиональный турнир по рукопашному бою во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского – это совместный проект администрации города и Кстовского благочиния. Задача спортивного мероприятия – приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни, патриотизму и духовным ценностям. Турнир сегодня собрал множество детей, множество подростков, которые, с одной стороны, меряются своими силами, с другой стороны, конечно же, свидетельствуют о своей вере в Бога, о своей любви к Отечеству и к Церкви. Мы надеемся, что наш турнир будет развиваться, множиться и с каждым годом приобретать все большую и большую популярность в городах России, а может быть и в других странах. Это важно потому, что мы с детства своих детей обучаем тому, чтобы стать сильным духом, сильным физически и действительно стать настоящим защитником Отечества, защитником своей семьи. По итогам турнира команда кстовских спортсменов завоевала 28 медалей. Вдвойне приятно то, что в этом году в нашу команду входили совсем молодые ребята, которые занимаются рукопашным боем всего год. Можно сказать с уверенностью, новое поколение кстовских чемпионов уже на подходе. Узнать о Великой Отечественной войне от очевидца. Такая возможность представилась первоклашкам Кстовской школы номер 2. Сюда на урок пришла известный православный психолог Влада Воскресенская. Влада Владимировна была еще ребенком, когда началась война. Детские воспоминания о том страшном времени она пронесла через всю свою жизнь. Организаторы встречи уверены, что живая история тех событий, рассказанная непосредственным участником, поможет детям лучше понять значимость Великой Победы над фашизмом.